В Северском районе продолжаются открытые сессии поселений. 27 января встреча прошла в поселке Черноморском. Участие в ней приняли глава муниципалитета Адам Джерим и его заместители, депутаты и общественность. На повестке дня отчет главы Черноморского городского поселения Натальи Мовчана, проделанный за год работы и планах на следующий. Одной из наиболее важных задач в работе администрации является переселение граждан из аварийного жилищного фонда. Мы являемся участниками данной программы. На сегодняшний день на территории поселения признаны аварийными и подлежащими переселению 31 многоквартирный дом, в которых расположены 271 квартира и проживает 584 человека. Основными направлениями работы в 2020 году стали ремонт дорог и улучшение качества воды и электроснабжения. Также на постоянной основе благоустраивали улицы и наводили санитарный порядок. Жители поселения могли задать вопросы главе Северского района. Больше всего их волновали тарифы на коммунальные услуги, ремонт дорог и тротуаров и водоотведение. Все просьбы поставлены на контроль.